Всем привет, мы продолжаем, и это будет просто партия года, я вам обещаю. Да, Кирилл обещал безбашенную партию, но, наверное, это не самый удачный момент, потому что у соперника 2-3-130. Харитонов Антон. Да. Давайте пока покажем информацию о сопернике. 93-го года. Он пишет, что он не знает дебютов, это значит, что мы будем играть на его территории. Да. Если, конечно, ты не обладаешь глубокими познаниями вот в этой расстановке. Так, стоп. Тут не прошло кое-что. Ты забыл, что пешка на БТ. Да что такое? Пытаешься вскрыть диагональ, чтобы он все-таки съел твою ладью или что? Так, ферзь h4, да. Ты получил мат. А, что там мат? Нет, пока. Там все хорошо. Это все подсчитывал. Ну да. Только пешку, блин, защитили. Незадача. Это... Придется играть конь g1. Ну да, вообще-то. Я, поле знаешь, я, ну, пытаюсь, общем... я пытаюсь эту позицию оценить, вот как бы, знаешь, вот, я настолько уже давно играю в шахматы, что у меня на b2 сам собой дорисовывается слон. То есть мне приходится заставлять себя понимать, что там стоит ладья. Так, ну что можешь сказать по поводу конкретно этой позиции? Белых выигран. Ну, дебют так себе, да? Да, дебют он недостаточно безбашен. Слушай, ну, Антон написал о том, что он играет, дебютов не знает, но, видишь, не удалось его подловить, поэтому... Ну вот стоп, это шанс. Съесть коня. Это очень редкий шанс. Теперь можно еще ферзя съесть. Мне кажется, это довольно заманчиво. А чем попался? Ну да. Ну да, после ферзя 6, ладья 5. Ну да. Видишь, да. Твоя дебютная доктрина, она в который раз оправдалась. Стоп, хитро было, хитро. Но белые как-то больше съедают все равно, да? Нещадное рубилово. Ну это в лучших традициях. Да, ну посмотрите, вот что вообще могло произойти на королевском фланге черных? Вот первые 16 ходов. Почему здесь настолько пусто? Вроде никого не били, да? А на деле вышло вот так вот. Так, ну что? Белые заехали. Уже всем, уже никому не интересно, ну, об, да, этой партии. Знаешь, меня удручает в этой партии тот факт, что у соперника больше ладей. И что? Ну как, может, как можно было такое допустить? Придется забрать ее. Мне кажется, тут можно выигрывать уже как угодно. Пьяным, сильно. Знаешь, что есть теория, согласно которой в пьяном виде шахматисты играют сильнее. Да. Ты с ней не согласен? Ложь? Теория. Я думаю, что нет. Но... Так, всем спасибо за внимание. Хорошо. Не пейте, всем спасибо. Проиграйте.